Здравствуйте, дорогие мои телезрители, подписчики на канале YouTube и, конечно же, наши афонтовцы. Сегодня речь пойдет о ягоде, но не просто о ягоде. Это земляника садовая крупноплодная, усатая, неремонтантная. Она обычного поведения, скажем так. Но ягода действительно особенная. Этот сорт называется, вы не поверите, не у всех такой есть, это купчиха. А почему купчиха? Догадались? Правильно, у купчихи всегда платочек так завязанный и две рожки торчат. Так вот у этой ягоды она необыкновенная. Ягода такая удлиненная, достаточно крупная и два рога. Вот так, как будто платочек завязанный. Она очень вкусная, она очень сладкая, ее очень много. Если вы даже посадили ягоду на укрывной, как это сделала я, если вы приподняли грядку, как это сделала я, сделали такую ложбинку в середину, где она находится, как это сделала я, вы должны, вот это святое, помнить, что это еще не все, что нужно сделать для ягоды. Ее надо кормить, ее надо поливать, ее надо оберегать от всяких вредителей, и только тогда вы увидите результат. Эта ягода называется купчиха. Она действительно купчиха с завязанными вот так вот хвостиками платка. Ее очень много на кусте, очень много. Она очень сладкая. И вот даже этот рядок способен дать, ну, такое хорошее ведерко для первого раза. Посмотрите, красавица какая. У нее уже выдвигаются цветоносы. Черный материал работает 100%. Прогревание почвы идет правильно. Подкормка первая с нашатырным спиртом дана правильно. Здесь будет ряд, но у нее появятся усы. Вот если вы хотите еще такой ряд, тогда усы отводите подальше и дайте ему корениться. На укрывном они корней не дадут. Не тешьте себя надеждой, отводите подальше. Искусственно это можно сделать, либо ставьте миски с землей, у вас выбора нету. Вот с этого ряда можно собрать не одно ведро. Но это ягода для того, чтобы лакомиться, потому что она действительно очень хороша. Значит так, запоминаем. Первое, что делается с ягодой на грядке. Нужно ее почистить. Раз, подкормить азотом. Два. А у нас что такое нашатырный спирт? Азотистое соединение. Поэтому, почистив ягоду, пролейте вокруг ягоды азотом, и вы достигнете сразу, ну, я бы сказала, нескольких результатов. Во-первых, ягода получит азот. Во-вторых, все жители под землей на 15 сантиметров просто сделают руки вверх, и ваша ягода будет чистой, красивой. Ее вряд ли посетит долгоносик. А это очень важно. Вы знаете, как он ягодки отрезает, да? Ягодки и цветочки. Поэтому послушайте моего доброго совета. Ну, на этом все. Не обольщайтесь, я вам все сразу рассказывать не буду. А то у вас интерес пропадет. Так что терпите до следующей программы. На этом прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Всегда ваша, всегда с вами тетя Таня.